Всем доброго дня. Сегодня у меня будет большой ролл, или как это назвать. Короче, чармиков. Я купил 1200 камней и планирую. Добрый день. Паролить чармики с надеждой на выпадение чего-нибудь топового. Так что присаживайтесь поудобней. А мы начнем через минутку-две. Сейчас только доделаю свои камушки еще, которые понавыбивал. Сделаю себе быстренько кофеек и можем начинать, ребята. Будет очень жарко, скажем так. Я забью сумку, чтобы случайно свои чармики куда-нибудь не закинуть. Все, давайте тогда делайте себе кофеек, чаек. И через 2 минутки начинаем.
Так, дамы и господа, приступим. Если правильно посчитал, будет 400 роллов. Очень надеюсь, что хоть что-то на ролю. Не в городе. А то все ролят. А у меня что-то не очень получается. Ох. Пожалуйста, первый элементальный скиллер на друида. 39 лайфа. Ух. Поехали дальше. Так, Варваросик, давай мне камушки. Я не смогу нести больше. Я перегружена. Я перегружена.
Добрый день. Я не смогу нести больше. Я перегружена. Ох, нифига себе. Фасси 9 максимум, 69 это рейтинг, фасси 3 калори. Блин. Даже не знаю. Все, чекнем, давайте. Что такое стоит? Что там максимум дэмэдж, что так рейтинг, да? Такие ничего не стоят. Я перегружена. Опять 40 экстра голода. Издевается, что ли? Опять 40 голда. Thank you.
Я не смогу нести больше. Я перегружена. Посмотрим, как вообще пойдет. Планирую тоже потом и смолку какую-нибудь покрутить. Посмотрим, что сегодня из этого получится. Я перегружена. Я перегружена. Я перегружена. Первый перс пустой. Почему там ребята есть, то скажут, нет? Азик, пока сейчас эти камушки все собирал, это же было ужас. Там так лагает. На каждый камень надо по два, по три раза тыкать, то, блин. Очень приятно. Thank you.
40 камней скинул. Я да, печально, что они не стакаются, да, вот так в сумке, блин. Столько места занимает, это же ужас. Хотя бы сделали бы под них отдельную какую-нибудь сумку такую, чисто для камней. Я перегружена. Что вот эти вот окошечки, да, тоже нельзя вместе сдвигать. Так, парит каждый раз этот вот. Через весь экран мышкой тудым, сюдым, тудым, сюдым. Я перегружена. Тоже время занимает. Я перегружена. Я перегружена. Я не смогу нести больше. Чувствую, у меня вообще никого нет, что что-то получится хорошее, если честно. Такое. Я не смогу нести своего больше. Своего рода казино. Summoning skill druid 16 лайфа. Так, Барбаросик. Ведем следующего. Ведем следующего. Добрый ведем, день. Ведем. Следующие 140 камушков. Thank you.
Ага. Добрый день. Какая это вот чепуха, а? Ты подходишь, оно все исчезает. Я перегружена. Я перегружена. Добрый день. Я перегружена. Добрый день. Я перегружена. Я не смогу нести больше. Добрый день. Я перегружена. Добрый день. Так, очередные 140 камней на ветер. Чё это у Русика? Всё, стримов.
Я не смогу нести больше. Я перегружена. Петлок, петлайф. Я перегружена. Я перегружена. У меня вот эти вот статы, когда вот выпадают на гончарами на МФ, просто раздражают, а? 1%, 2%, 4%. Ну нафига? Ну, берите, сделайте вы там нормальные статы, блин. Есть же гиды дохера еще вот на эти, да? Чармики. Блин, а? Combat skill barbarian, cold damage. Зачем еще вот на эти гранчармы? МФ рисуете. Ладно, там золото для варвара, да? Четыре, 9 лайфа, 4 мфа. Вот нафига? Нафига? Я вот это не понимаю. Я не смогу нести больше. Один, блин, перфектный ролик, да, какой-нибудь, 45 лайков, чисто так, для галочки. Даже пофиг какой, чтобы он был скиллер, 45 лайфа. Вот, 42 лайфа, 8 мфа. Просто смешно. Так, заводим следующего нашего шахтера с камнями.
извините, просто курю пока, поэтому так чуть помедленнее. Это лайкос, как бы в зубах не подержишь, штука тяжелая. Останется один фильтр в зубах. Так, чекнем, что на трейдере у нас нового. Извини, дружбан, пока камни есть, жить некуда. Я перегружена. Можете написать в комментариях, если вы тоже таким занимаетесь, что у вас выпадало. Рассказывайте, пишите. Мне все интересно. У кого с какого раза. Я перегружена.
Я не смогу нести больше. Я перегружена. Я перегружена. Опять. Голые скиллеры. Так. Сведем следующего мула. Так, я пока чекну, почем гранчарники. Или металл друид, да? Два джаха или три бера. Сурбер, джах или два бера. По джаху, короче. Печально. Очень печально.
Я перегружена. Я перегружена. Один 17:37. Тролль какой-то, тролль, а. Я не смогу нести больше. Джевелин Спир. Где хапешки, блин, а? Че у меня голые скелерцы эти? Я не смогу нести больше. Я не смогу нести больше. Я перегружена. Ведем следующего перса. Пока все очень печально. Очень. Так, кофеек. Thank you.
Я перегружена. Четыре сорок четыре тридцать четыре. Это, блин, что такое, а? Что за тролль местный? 10-7-10-66. Я перегружена. Я перегружена. Шапшифтик. Почти гид, да? Я перегружен. Я не могу нести больше. Я перегружен. Я перегружена. После этого раза я, наверное, долго не буду больше ролить ничего.
если вообще еще буду. Неблагодарное дело. Я не смогу нести больше. Я перегружена. Предшипшифтик. Я перегружена. Да ты что, блин? Я не смогу нести больше. Уже отказывается камни выкидывать. Не буду больше, не хочу, не мучи меня. Надо, Вася, надо. Я не смогу нести больше. Я перегружена. Она перегружена. Голды и тут же 36 голды. Это просто тролль какой-то там сидит. 400 камней, чуть больше, наверное, нифига. Рука начала неметь. Рука начала неметь. Следующего перса ведем. В смысле? Все, что ли? Не может быть. Не может быть. Так быстро.
Добрый день. Точно. Все. То есть что все. Ну так вот, ребята, делайте выводы. Три джаха спустить на воздух. В обратку получу, ну, один, может, полтора джаха. Да, все, камушков нет. Последний перц. Если тут нет, то там тоже нет. Угу. Да, все, ребятки. Всем спасибо за внимание. Вот так вот. Один скиллер, элементал, скилл друид, 39 лайфа. За 1200 камней. Спасибо за просмотр. Ставьте лайк. Обнял. Всем приятных выходных. Ну и мирного неба. Всем пока.